14 февраля – это не только середина последнего месяца зимы, но еще и праздничная дата. В этот день во многих странах мира отмечается День всех влюбленных. Тенденция дарить валентинки в Россию пришла относительно недавно, в 90-е годы. И кому-то она сразу стала по душе, а кто-то до сих пор категорически против праздника. Ну, мне кажется, этот праздник вообще просто люди должны проводить вдвоем. То есть этот праздник только для двоих. Ну, не знаю, для каждого этот праздник значит по-своему. Да, конечно, праздник. Я его все время поздравляю. Покупаю ему каждый раз новый бокал. Да. 40 с лишним лет живем, любим друг друга. Как же? Обязательно. Ну, вот так вот, как бы бытово отмечаем все равно, конечно. Да. Обычно что нужно близким людям? Тепло, уют, счастье, праздничный ужин. Ну, хорошая любящая атмосфера. Ну, то есть вы праздник празднуете? Да? Ну, празднуем, да, потому что все празднуют, как бы это уже такая традиция, которая уже вошла в нашу жизнь. Я не влюблена, я люблю праздник, поэтому не отмечаю. У нас есть 8 июля, День семьи, любви и верности. Нет, а лишний раз сказать «люблю», мне кажется, лишним не будет. Лишний раз вот проявить к своей второй половинке любовь, мне тоже кажется, не лишним будет. Поэтому я нормально отношусь. Ну, не скажем, что отмечаем, но любим. А что за праздник? День всех влюбленных. День всех влюбленных, 14 февраля. Да нет, пока еще не дарил. Не отмечаете? Не. Почему? А? А почему? А что, надо? Подарков, наверное, не дарим, но так делаем сами, чисто символически, какие вот тут валентинки. И, как правило, ходим в кино. Не отмечаем. А почему? Ну, отмечали, сейчас не отмечаем. Уже вышли с этого возраста. Валентинки! Ну как же, обязательно дарим. А что для вас этот праздник значит? Мира и любви, ну как же. Должны же люди любить друг друга, сожалеть друг другу, сочувствовать друг другу. Отмечаете этот праздник? Нет. А почему? Ну так вот. Как бы, да, мы отмечаем, ну, подарок тортик. Все, и себя любимого. А что для вас значит этот праздник? Что значит праздник? Ну, день любви, верности, красота, весна скоро.